Что-то 7 лет. Ой, 8 лет, что ли. Карандашом введу, папа. Вот это меньшее число, меньше. Почему понимаешь? Оно меньше? Меньше. Почему оно меньше? Смотри, высота сосны 32 метра. Березы на 14 метров меньше. Значит, березы меньше. Папа, как ты это не понимаешь? Береза больше. Может, я тупой? Я, может, тупой, подожди. Березы на 14 меньше. Может, я вообще тупой? Березы на 14 меньше. Березы, а не сосна больше. Подожди. Ты не понимаешь. Вот как это не понять? Я не знаю. Береза больше, береза. Это Ералаш, что ли, снимается? Я не пойму. Папа, береза. Ты не понимаешь это! Да. Варя, я не знал. Папа, смотри! Высота сосны 32 метра! Я не понимаю, как я деньги зарабатываю, если я такой тупой, я не пойму. Сейчас дай мне покой. Высота сосны 32 метра! Ну? Тут они слово «она» не добавлено. Она береза на 14 метров больше. Где там больше написано? Меньше. Ну? Меньше на 14 метров. Береза меньше. Значит, березы больше. Подожди, смотри. Береза, если написано... Высота сосны 32 метра. Березы на 14 метров меньше. Березы. Высота березы на 14 метров меньше. Нет, папа, нет. Смотри. Высота сосны 32 метра. Значит, береза 46 метров. Ладно. Смотри. Угу. Вот это меньше число. Мне еще на 15 писем отвечать. А мы еще с тобой третью задачу не сделали. Вторую, папа. Ладно, вторую. Вторую. Первый тетрадки. Это мы еще до дуба не дошли, который на 3 метра больше, чем березы. Да, папа, да.